Всем здорово! Нет, у меня не получается так, как у дедушки. Ну что, сегодня у нас, в принципе, видосик по открытию контейнеров. Не будет сегодня никаких боев в дополнение. Я, честно, не уверен, что получится. Дело в том, что это последние контейнера, на которые я доначу, потому что мне в последнее время вообще не везет. И если меня, скажем так, ВГ прокляло, то это надолго. Поэтому я решил забить на контейнеры на ближайшее время и... И последнее, что я сделаю, это открою два наборчика. Первый — это LT-432, и второй — контейнер «Плохая компания». Ну, блин, я реально волнуюсь, потому что, ну, давайте просто, ну, пожалуйста, дайте мне какой-то из танков, которого у меня нету. Или оккупацию. Так, или компенсацию, то есть, оккупацию. Хотя, блин, теоретически стоило бы восстановить то, что у меня есть, а именно шип у меня есть. У меня был мародер. Ну ладно. Так, кстати говоря, за могильщика вроде 2500 компенс должен быть. Ну, вернее, он стоит при продаже 2500, если я правильно помню. Сейчас попробуем продать. Да, реально, ребят, компенс вообще прям высший класс, мне нравится. Ну, надеюсь, что он мне выпадет. Но надеяться, это понимаем, да, там 5%. Ладно, начинаем. Начнем, пожалуй, все-таки с того, что уже давно у нас висит, но то, что мы еще не открывали. Угу, 750 голды уже неплохо. Что-то меня порадует, кстати говоря. Возможно, голдой я еще и окуплюсь как-то. Не-не, забираю свои слова назад. Дайте танечек все-таки. Я понял. На меня забили большой, огромный, сами знаете что. Теперь остается надеяться, что отсюда мне выпадет 10 тысяч голды 3 раза подряд. И я окупаюсь, в принципе, да. Начинаем. Угу, 1200. Почем я их там вообще брал? Стоп, погодите-ка. Я же там самый дешевый брал вроде, да? Это вроде было 5 баксов. 5 баксов, 1200. Слушайте, а можно мне еще вот так, два раза, пожалуйста? Я только за. Давайте. И... Не, я понял. Все, игра меня возненавидела. Спасибо. Что у нас тут, талисман золота? А, я понял, мне типа... Да ну, вас так неинтересно. Я думал... Короче, забейте, ладно. Тупанул, мне кажется. 500, ну... 4000 у нас голды. И что мне теперь с тобой делать? Я же сказал, что это последние контейнера, которые я покупаю. Что, еще брать? А, у нас тупо не хватит, да, я понял. Ну, тогда все, пожалуй. Что мне еще делать? Ничего. Не окупился я, без настроения к тому же. Ладно. Наверное, все, ребят. Выпуски с контейнерами мы закончили. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока, всем добра.